Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале БУК ТВ. Добрый вечер, друзья! Нашу программу мы посвящаем каждому из вас, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали вашу жизнь здоровой и по-настоящему яркой и интересной. Сегодня мы будем говорить о лазерной коррекции зрения и отправимся в медицинский центр «Новое зрение». В августе 2017 года в Бресте начал активную медицинскую деятельность один из филиалов сети клиник «Новое зрение». За год активной работы количество пациентов, прошедших диагностику и получивших хирургическую помощь, идет уже не на сотни, а на тысячи человек. Лазерная коррекция зрения – невероятно востребованная процедура, поскольку приблизительно 30-50% людей близоруки. То есть 30-50% всех наших потенциальных пациентов имеют показания для проведения этого типа лечения. А учитывая то, что лазерная коррекция занимает фактически 5 минут всего лишь в операционной, речь идет о том, что эта операция проводится на двух глазах за такое короткое время, совершенно несложный реабилитационный период, фактически, который занимает 4 часа. Естественно, что многие пациенты считают, что это гораздо лучше, чем носить очки. Богатый клинический опыт, европейские методики в определении точного диагноза и применяемые современные технологии вернули зрение уже многим жителям нашего региона. Мы встретились с врачом-офтальмохирургом Ильей Петровичем Снопком, чтобы выяснить ответы на вопросы, которые интересуют каждого пациента. Илья Петрович Снопок, врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней, член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии, регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. Клиника «Новое зрение» в Бресте – это новейшая клиника, построенная в Республике Беларусь. В ней реализованы идеи наработки, которые клиники всей страны копили более чем 20 лет. Мы применяем только современный и комплексный подход в лечении и диагностике любой глазной патологии. Доктора, работающие в клинике, настоящие профессионалы своего дела с опытом работы от 10 лет и более. Основная задача нашей клиники – это предоставить пациенту максимально полный объем офтальмохирургической помощи. Эксимер-лазерная коррекция аномалий рефракции любой степени сложности, хирургия осложненной катаракты. Также мы специализируемся на лечении отслоек сетчатки, болезней стекловидного тела, патологии заднего отрезка глаза и глазодвигательных нарушений. Также хочется отметить, что за год мы приняли несколько научно-практических конференций, в рамках которых происходил обмен опытом между докторами наших клиник и ближнего зарубежья. Илья Петрович, на этих конференциях, на которых присутствовали гости из ближнего и дальнего зарубежья, неоднократно подчеркивалось, что современный ритм жизни, использование гаджетов, компьютеров весьма негативно влияют на зрение, и зрение платит тем, что оно становится хуже. На ваш взгляд, Илья Петрович, основная причина нарушения зрения у молодых людей? Да, Лариса, вы совершенно правильно все понимаете. Основными причинами ухудшения зрения в современном мире являются аномалии рефракции. Это миопия, она же близорукость, гиперметропия, дальнозоркость и астигматизм. Наш глаз можно сравнить с фотоаппаратом. Есть светопреломляющие среды – это роговица, хрусталик, и световоспринимающий отдел – это сетчатка. Задача светопреломляющих сред – сфокусировать свет в центре сетчатки, а сетчатка, в свою очередь, трансформирует свет в нервный импульс. Происходит корректный акт зрения. Когда у нас есть дефокусировка света на сетчатке, мы имеем аномалию рефракции и ухудшение зрения. Бытует мнение, что близорукость, катаракту можно вылечить, не прибегая к хирургическому вмешательству. Это миф или реальность? Действительно, в мире уже десятки лет ведутся исследования консервативных, нехирургических методов лечения. Однако ни одна из этих методик не доказала своей клинической эффективности.
И напротив, достаточно много исследований, и международных в том числе, которые показывают, что хирургическое смещение фокуса света на сетчатку, лазерная коррекция – это процедура с максимальным эффектом и долгосрочным прогнозом. Илья Петрович, мы уже неоднократно, работая почти год с клиникой «Новое зрение», были в операционной и видели, как проходят операции по лазерной коррекции зрения. И сейчас я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть и послушать отзывы пациентов, которые уже перенесли лазерную коррекцию. Внезапно начало падать зрение очень сильно. Поэтому пришла провериться. Сказали, что нужно сначала укрепить сетчатку. Неделю назад укрепили сетчатку. Приехали проверяться, и все, и подготовка к операции. Отзывы хорошие. Мои друзья делали здесь операции. Всем все понравилось. И зрение новое. Новое, восстановленное, новое, классное. Ходили много знакомых, все довольны. Хвалят, очень хвалят само новое зрение. Некоторые считают это лучшим выбором, лучшим решением в их жизни. Работу оцениваю хорошо, все делают прекрасно, люди приятные. Хорошо, что появилась такая клиника. Современная офтальмология получила уникальный по своим свойствам инструмент благодаря развитию лазерных технологий. Прежде всего, это эксимерные лазеры, которые позволяют моделировать профиль роговицы на уровне микронной точности, формируя из нее именно ту линзу, которая компенсирует все оптические особенности глаза. Суть операции в изменении преломляющей силы роговицы путем изменения ее профиля в центральной, наиболее оптически значимой части. Задача – получить максимально точно рассчитанный параметр рефракции, то значение преломления света, при котором он попадает прямо в центр сетчатки, макулярную зону. Когда это происходит, для пациента термины «близорукость», «дальнозоркость» либо «астигматизм» перестают существовать. Клиника «Новое зрение» укомплектована оборудованием новейшего поколения, что позволяет избавить от очков практически каждого пациента. Для выполнения процедуры требуется отсутствие противопоказаний и желание пациента. К этапу диагностики в клинике относятся максимально серьезно. Всегда обследование занимает от 1,5 до 2 часов. В ходе него доктор получает исчерпывающую информацию о состоянии зрительного анализатора пациента. Решение о возможности проведения коррекции и предполагаемых результатах основывается на анализе более чем сотни показателей. Илья Петрович, в чем особенность проведения лазерной коррекции в клинике «Новое зрение»? Высокий результат обеспечивается применением нескольких компонентов. Прежде всего, это комплекс передового диагностического оборудования. В Республике Беларусь, только у нас в клиниках «Новое зрение», на диагностическом этапе применяется роговичный топограф «Тополайзер» и анализатор переднего отрезка глаза «Окулайзер». Данные, собранные этими приборами, позволяют хирургу рассчитать максимально персонализированную программу коррекции на основе технологии «Контура Vision». При отсутствии даже одного прибора данная методика невыполнима. Диагностическое оборудование связано с эксимерным лазером в одно целое. Собранные данные далее передаются в операционную. Сам эксимерный лазер WaveLight – это сейчас самый точный быстрый лазер в мире. Операция, выполняемая на нем, занимает не более 5 минут на оба глаза. Благодаря технологии холодной лазерной коррекции реабилитационный период сведен к минимуму. Мы максимально приблизились к сценарию выздоровления за один день. Пациент утром проходит диагностику, в тот же день оперируется, в тот же день вечером видит в окно отдаленные предметы в малейших деталях. Как вы, уважаемые телезрители, успели убедиться, мастерство и опыт хирургов, детальный разбор каждого клинического случая, передовые технологии позволяют докторам дать пациентам самое главное – новое зрение. На протяжении многих месяцев брестские офтальмологи заходят в операционные с уверенностью, что их пациенты выйдут в мир с другими глазами. Каждый день они стараются быть ближе к пациентам, слушать и слышать их. Они знают, что качественная другая жизнь с новым взглядом – это и есть их высокий статус клиники европейских стандартов. Они любят свою работу, они открыты, они готовы помочь вам и вашим близким, потому что точно знают, как. Помните, друзья, только вовремя диагностированная патология и ранняя хирургия являются гарантом сохранения вашего зрения на долгие-долгие годы. Пришла пора прощаться. И помните, всегда есть что противопоставить недугу. Вам здоровья. До свидания.